Сегодня у нас впервые наш сугубо деревенский контент. Вон, видите, звездочка. И мы уже в деревне. Это наша деревня. Скажи, Ника, привет. Пойдем прогуляемся, наверное, с тобой. Там у нас закат. И мы уже сегодня деревенские жители, можно сказать. Интересно, луна и звезда рядом. Это Венера, что ли? Не силен я во всех этих делах. Ну что, пошли, Никух. Пошли по деревне пройдемся. Идем. Там ты уже сегодня был. Коза уже спит. Пойдем сюда. Аист, он сидит, бдит. Соловьев еще нет. Но птицы вовсю. Вон там на доме у нас светится китайский фонарик, который, говорят, не работает. Уже несколько лет у нас освещает. Вообще, конечно, луна и звездочка очень красивые. Тоже слушаешь? Одинокая машина. Ой, что-то едет. Дико-дико. Вот там. Лесу хорошо. И кругом кто-то кричит.
Это лебеди. Говорят, птицы ночью не летают. О. Ну, вот так вот апрельская ночь опускается на нашу тихую деревню. А скоро будет соловей. Вот и наш домик. Веселенький такой. Кстати, кто говорил, что китайские фонарики на фотоэлементах не работают? Вот он, третий год работает. Этот вот тоже. Так что работает. Сейчас еще один покажу. Вот это у нас ветеран с самого начала запахивает. Так что все работает в надежных, проверенных руках. О, птицы. Дика, что ты метишься? Наверное, кот. Ну все, спать. О, и это ветеран у нас тоже 5-летний. Ну, короче говоря, начинается самая интересная часть года. Может, и байдарки эти мы в этом году поставим на воду. Вот так вот.